Всем привет, братья, с вами Антон, и сегодня мы потестим дробовик, который никто не использует в Pro-лиге, но при этом он очень популярен на РМ, а именно Вепрь, ВПО, X3 или ХЗ, ну как хотите, короче. Буду играть в снаряжении вот таком, а пистолет буду использовать вот такой вот, да, если что. Кто не знает, почему этот дробовик не используют по игроки, отвечу коротко, чтобы потом не, так сказать, не носилось вам мозг. Дело, конечно же, в том, что один на один этот дробовик проигрывает, естественно, всем дробовикам, по типу там Тайфуна, Хаоса, Венома, неважно, то есть один на один он проиграет, потому что с первой пули у него выпущены будет не ваншот, а у остальных дробовиков, которые я перечислил, будет ваншот, поэтому он проигрывает, и, соответственно, когда ты играешь в киберспорт, да, турниры, для вас очень важна стабильность, а именно ваншот, то есть его наличие, а в Випря так такового ваншота нет. Да, он на РМ очень неплох, и вы это увидите по видосу, на РМ его многие используют, но, опять же, если вы, можно сказать, посредственно стреляете, то есть если вы там игрок среднего уровня, честно говоря, Вепрь будет реально хорошим вариантом для вас, по той причине, что, ну, действительно, он менее скилловый, чем тот же самый Тайфун, Хаус, и непосредственно Тайфун. Не забывайте про то, что у меня существует прекраснейший курс на снайпера. А если же вы не снайпер, играете всеми классами, то для вас есть специальный общий курс, который подойдет абсолютно на любой класс. Неважно, вы штурмовик, медик или авик, тут общие знания, которые будут полезны вам в любом случае. Ну и также самый новый, самый выгодный к покупке курс, курс на медика. Можете ставить на паузу, смотреть в целом, что включает в себя тот или иной курс. Напоминаю вам про самый максимальный левел, а именно про вторые части. На снайпер это третья часть, что мы лично с вами будем разбирать ваши демки, то есть мы с вами связываемся, если вы покупаете максимальную часть курса, вы записываете 5 своих игр, и мы лично с вами по дискорду разбираем все ваши игры, где я ищу ваши ошибки, там какие-то недочеты, помогаю вам понять, с чем вам работать, чтобы импрунуться непосредственно в скилле. Короче, если хотите реально научиться хорошо играть, крайне рекомендую, ребят. Действительно, огромнейшее количество полезных знаний вы найдете в моих курсах. Ну, всем приятного просмотра. Хотите получить на аккаунт ARMS, V3TAC 13, CH9, а также АВП на снайпера, и при этом получить двойной бонус к первому пополнению счета, то смело переходите по ссылке в описании и регистрируйте новый аккаунт. Рекомендую всем открыть ссылку в режиме инкогнито, чтобы было легче зарегаться. Зарегистрироваться можно любым удобным вам способом. И все, после регистрации вы заходите на аккаунт, придумайте себе ник, и буквально через 5 минут к вам придут на аккаунт все эти пушки, про которые я рассказал. Ну и вдобавок одна из самых лучших броней в игре — Авангард. Ссылка в описании, всем приятного просмотра. Ой, Дэшечка, какая прекрасная карта. Самая первая и самая прекрасная. Сопа такие, так сказать, уверенные. Вот. Я соло медик, кстати, надо поэтому быть поаккуратнее. Давайте сразу смачок даем. Она куда правильно? На второй этажик. Сразу же ресы моего дружбаля. Ага, хорошо. Блин, так-то, блин, что-то стремновато, конечно. Давайте ловим флешечку. И ваншот, это, конечно, печально. Ресуем. По-моему, есть спина. Двойные есть, есть двойные. Есть, короче, перемка. Есть двойные. Смотрите, мы сейчас берем так. Бам, перемку. Хорошо, и есть чел двойных. Да, вон он стоит. Бери бомбу, братанчик, и ставь, родной. Вот это косяк конкретный. Опять же, видите, я спик 3, меня за секунду убивает. Но я зафидил раунд, это факт, это факт. Но мы выиграли, слава богу, слава богу. Короче, сейчас просто бегу двойку фаст. Вообще, просто по-мужски, поняли, подкат, упора нету. Ваншот. О, вы это видели, пацаны, это прикол. Квадрат пикаем, квадрат не видим, чел упоре. Честно говоря, что ваншоты пока... Ну, слушайте, если попадать, ваншоты очень жесткие. Прям конкретно, да, скажем так. Ну, так, пойдет. Естественно, конечно, как я и говорил ранее, ну, главное, конечно же, косяк Випря в том, что бывает он не ваншотит упора. Естественно, как бы на средней дистанции Тайфун убьет быстрее. Потому что ваншот, с Тайфуна будет ваншот, с Випря будет не ваншот. Поэтому, собственно говоря, про игроки и не используют данное оружие, потому что оно нестабильное. Когда ты играешь на про уровне, самое важное — это стабильность, по факту, чтобы ты был уверен в своем непосредственно оружии. Он стоит где? Ну, чел стоит под трубами, нет инфы, как это работает, непонятно. Ну ладно, меня ресуют, это главное. Я ресую, естественно, в ответ, и все, мы раунд просто спокойно выиграем, чел тут стоит, да, где-то. Не попал, блин, ну, конечно, кривой капец, но в 4-0 все хорошо. Что-то двойка будет сейчас точно, пацаны. Ну, с первой пули в голову. Миша Крайлове, жесткий. Ждем сплит с квадрата, жестко, да, пацаны? Че на упоре? Хорошо, ну авика прям хорошо шутит. То есть, попадаешь в дробь, на самом деле, даже вот просто, если попасть в дробь, будет все хорошо. Вот реально, на любой дистанции. Ну, мне неудобно прям максимально для этого. Ну, блин, широкую прикройте. Ну, почему у меня просто... Ну, стрелки есть, но их нету. Никто не может прикрыть спот. Просто никто абсолютно. Короче, это будет единица, прям уверен, на 70%, потому что они двойку вообще один раз ходили, и то там один чел или двое сходил. Короче, даем смок вот такой на широкую. Дальше мы.
Подкатываемся сюда. Дальше даем вот такой флеш. И бежим вот сюда. Моб у меня. Ну да, шоты хорошие, честно говоря, пацаны. Прям очень хорошо. Ну это не авик кишка, это инженер был кишка. Я плечу. Блин, вышел бы авик, я бы хотя бы его убил. Видели, пацаны, да? Два выстрела, попадаешь в дробинку, и все. Типа, и достаточно просто все становится. Это, конечно, прикольно. Фух, слава богу, я думал, я не попаду. Ладно, нормально, хорошо, люрканул. Иди, лас, чел, у меня на широкой. Хорошо пойдет. Хорошо, 17-10 сыграл в КД-1.7. В целом неплохо, чем того, что я начал не особо прикольно, но надо сыграть еще катку 100%. Опять потная катка против чуваков из одного клана играем. А, ну ладно, там не один клан, их четверо. А у нас вообще, как бы, да, и у нас есть клан Яльк какой-то. Вот, у меня сейчас летели герцендры, будут Моник, как обычно в целом, да. Так, Моник перезагрузился, надеюсь, да. Звук пошел, это хорошо. По-моему, у меня чел в упоре, да, мне что-то подсказывает? Прям бежит у меня. Да, вот у меня чипы. Подкрысил, но дал два полезных фрага. Это как бы... Это, так можно, понимаете? Так можно сделать. Да ладно, я стал АФК, мне в целом прощается. Но опять же, два килла я сделал самых ваших, потому что мы выиграли раунд с помощью этого. Пацаны, гоу, 20 фастом, просто заходите, стрелочки. Внешку, братья, залетаем. Внешку сейчас пикнет чел, смотри, сейчас внешку пикнет авик, так и знал. Да, ваншоты по авикам просто бетонные. Вот действительно, то есть, прям броня у них, конечно, ватная для вибря. И вот он бежит в спину. Мы сейчас его убьем, правильно, пацаны? Где-то он тут должен стоять, то ли в респе, то ли где он. А, вот он, да. Ну, сейчас я ваншотал, походу у него профи, что ли. Да, он как-то медленно бежал, походу начал в профи гонять на авика. Молодец, умница. Ну, понятно то, что у них авики прям жестко пикают, типа, внешку. Поэтому я опять иду сюда и жду, пока он пикнется, наиграется. Скажем так, он опять пикает внешку. Ну, это идиот, очевидно. Ну, одно и то же делает каждый раунд, молодец. И под флеш пушил респу. Покой, но. Все, ложимся в упор. Чел немного отошел, мы просто сидим. Ну, возьмем мужика, так оп. Ну, я такой кривой, но, благодаря мне чел сделал два фрага. Поэтому я кривой, но не тупой, поэтому норм. Блин, 90 ему, сколько ему дал? 90, да, 90 дал ему. Капец, слушайте, два выстрела с пистолета и не ваншот с трех пуль. Это 90, с этого дробовика. Но у него был шприц, поэтому нормально. Го подвался, мог не запушить. Главное сейчас просто поймать авика, либо штурмовика. Ну я такой кривой, пацаны, боже, я мог такие минус 3 давать сочные, но я просто обосрался. Прям максимально обосрался, конечно, по стрельбе, это очень печально. Я просто в медику сколько, 3 не попал пули, именно, ну, типа, 3 патрона или сколько, просто миллион. Ресаем, чел дает бесполезнейший килл, не убегает плент, молодец, все. Ой-ой-ой. Я закатим! Жить. Хорошо. Братан, не торопись. По-моему, в нычке он. Хорошо, какой класс же я вырвал. Хороший. Просто 1-4 забрал. Это жестко было. Это прям жестко было. Кстати, кто не знал, фаст смог в респу. За ящ становитесь. Вот так встаете и просто вот, типа, по вот этому краю дома даете. Вот так алкаем смог. Он просто в респу прилетает. Под выход просто идеально. Короче, удобно очень его использовать, когда вы уже зашли в плент, просто чтобы отдать наверняка смог четкий. 6-2, каточка выиграна. Хорошо! Ну и напоследок что? Правильно, переулки. Переулочки, да. Опять же, против меня 4 чувака из пати, у меня только 2 из пати. Как это работает? Баланс игры очень странный, конечно, профессии. На что он опирается, непонятно. Ладно, давайте-ка попробуем в первом раунде что сделать. Правильно, запушить рынок, берем просто топор. И моя задача занять просто под упор, чтобы непосредственно что? Правильно. Сюда занимаю, все, и тут просто принимаем врывы. Пушим синьку, правильно, дальше просто пушим синьку. Молики, против молику, извините меня, я ничего сделать не могу. Найс, хорошо. Команда у меня забустила. Я ничего не сделал, потому что что? Меня жёг молик. Чел просто кидает молик себе в синьку, боится, что я забегу в синьку. Это, конечно, да, сильно, ничего не скажешь. Давайте опять займем пор, вроде как меня не прочекали. Опять займем пор и ждем врыв, правильно? Ну, блин, тут апы, чел без шансов. Опять же, никто не кроет лево. А, не, вон, смотрите-ка, разменяли меня. Все, соло штурмик остается. Я, главное, убил медика упор, остальное вообще. Все, ты инженера доиграли. Молодцы, поняли, что надо сделать. Вот-вот, мозг просыпается у людей, это приятно. Никого вроде бы не видим. И просто пушим под упор синьки, все. Соответственно, это очень хорошая позиция.
Блин, минус 3, да, пацаны, допушь, резаться будут. Мне жалко, сейчас не шотнуло, было бы вообще, конечно, хорошо. Найс, хорошо, 3-0 пойдет. Блин, я хоть и дал минус 3, но, конечно, раунд какой-то прям максимально потный, неприятный был. Давайте сейчас это рынок и просто пушим сразу спину, пацаны. Дали 3 килла, ой, хорошо, все, этот раунд мы выиграем. Я сейчас еще грамотно спину засплечу, и вообще будет все чики-пуки. Вот, чел меня явно не ожидает. Последний чел либо в подкате, либо в смоку, надо понимать, да, это... Ну да, он в подкате был, мы типа, просто у меня какие-то мега-стрелки, я не знаю, молодцы, просто умнички, все доигрывают, я не знаю, дают N3, я просто, ну, просто доигрываю за ними, по большому счету, да, молодцы, чуваки, вообще без вопросов, как бы, да, опять же, занимаем тут палет, это один, а двойки никого нет, сразу убегаем, потому что, я думаю, на Реми вряд ли кто-то будет стягиваться, давайте сейчас идем сюда, а, ну это, они опять, они просят в респе, да, и они зашли двойку, кстати, грубо говоря. Ну, молик плюс медик, без шансов, это два. Ах, плент, ребят, остался, шестерка, справа, под балконом. Он репикает, нет? Ладно, давайте рейсим своего тиммейта, своего брата, который бустит меня нереально. Хорошо, 5-0, просто уносим типочков, уносим. Без шансов, просто 6-0, просто даст видос, пацаны. Какой пацан вердикт? Спасибо. Слушайте, честно говоря, вепрь, вот просто для РМ топ оружие. Вот многие люди, которые действительно играют РМ, я на РМ очень часто встречаю оружие, честно говоря, вот правда. Но на турнирах его нет, по понятным причинам, что, естественно, когда у тебя, то есть для про-игроков важен что? Важен ваншот. У этого дробовика ваншота нет. И поэтому просто в перестрелках банально 1 на 1 этот дробовик проигрывает, и это его главный минус. И опять же, если у вас не все хорошо со стрельбой, естественно, вепрь выигрывает в ваших руках по той причине, что с вепря не нужно четко выпадать, он типа добьет как бы отсечкой любого соперника. Но с тайфуна там, с хаоса и так далее, нужно попадать с венома, а вот с вепря нет такого, с вепря все равно как стреляешь. Пишите в комментариях, что у тебя по поводу этого дробовика. С вами был Антон, всем пока.